Как ты себя чувствуешь? Тебе удалось все подготовить? Не волнуйся, милая, со мной все в порядке. Операция была безболезненной. Тебе надо скорее уходить. В комплексе ходит человек. Он вооружен, и на нем экспериментальная полимерная перчатка. Должно быть, это человек Сеченова. Лариса, ты разговаривала с ним? На него обрушился бурак. Мы принесли его в медблок, а потом... Я не знала, я не могла его оставить истекать кровью. А стоило бы! Это избавило бы нас от возможных проблем! Мне страшно, когда ты говоришь такие вещи. Жди меня на выходе. Я скоро буду, милая. Надеюсь, у нас еще есть время. Надежда умирает последней, Петров. Руки за голову. Виктор? Что происходит? У тебя что, со слухом плохо? Я сказал, руки за голову. Виктор! А кто вы такой? Виктор! Офицер по особым поручениям майор Нечаев. Это был последний вопрос, на который я тебе ответил. Тебя вызывает Пчеломей. Виктор, спасайся! Пчеломей. Конечно, товарищ майор. Нападение. Че? Нападение! А ну, он командует роботом. Прям как своими собственными. Двери за собой как-то запер. Ледотин, Петров унес с собой энергоэлемент свеча, запитывающий систему аварийного открывания дверей. Без свечи дверь не открыть. Он бы еще другую. Не может же быть одна свеча на весь комплекс. Нужно спешить. Иначе Петров успеет покинуть этот сектор, и его придется искать заново. Раз. Это что за береза там в здоровенной колбе внизу посреди зала? Это и есть тот самый знаменитый электрогенератор ПК-4? Совершенно верно. Береза ПК-4 — это полимерно-вегетативный генератор энергии. Опытный образец. Первая ласточка программы освоения далеких планет нашей Солнечной системы. Так, мне что, ее всегда в руке держать? Свеча — это сложное нестабильное оборудование. Ее нельзя помещать в рюкзак вместе с другими вещами. Существует высокая вероятность взаимной деструктуризации. Взрыв, что ли? Не обязательно. Но свеча выйдет из строя. Понял. Придется таскать. Свеча достаточно прочна. Вы можете уронить или даже бросить ее специально. С ней ничего не случится. Ясно.
клевету в сторону партии Дмитрий Баграмов объявляется вернувшим долг отчизне и освобождается от принудительных работ в комплексе.